Урок шестой. Рентген. Обратимся к позиции на диаграмме. Белые играют. Ферзь, F6, шах. Кажется, что черные могут съесть беззащитного белого ферзя. Однако белый ферзь защищен. Белый слон на D4 защищает своего ферзя сквозь черного слона. Поэтому на ход черных слон бьет F6. Белые играют. Слон бьет F6. Мат. Переходим к следующему примеру. Здесь ход черных. Они играют. Ферзь на c1, шах. Кажется, что белая ладья может забрать черного ферзя. Но это не так, потому что черный ферзь защищен своей ладьей через белую ладью. Поэтому на ход белых ладья бьет c1. Черные объявляют мат. Ладья бьет c1. Мат. Переходим к следующему примеру. Здесь ход белых. Они играют. Ферзь бьет c8. Шах. Используя комбинацию рентген. Черная ладья не может без последствий забрать белого ферзя, так как он защищен сквозь нее своей ладьей. На вынужденный ход черных ладья бьет c8. Белые играют. Ладья бьет c8. Мат. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ход черных. С помощью комбинации рентген они выигрывают белого ферзя. Ладья на d2, шах. Черная ладья сквозь белого ферзя защищает своего слона. Поэтому на ход белых ферзь бьет d4, черные отвечают ладья бьет d4, получая решающее преимущество. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации рентген. Правильно. Слон на c3. Шах. После вынужденного ответа белых слон бьет c3, черные объявляют мат. Ферзь бьет c3. Мат. Обратимся к исходной позиции. Идеей комбинации черных послужило то, что после хода слон c3 ферзь защитил своего слона сквозь белого оппонента. Это позволило после хода слон бьет c3 черным объявить мат. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Выиграете с помощью комбинации рентген. Правильно. Ферзь на d8, шах. После вынужденного ответа черных ладья бьет d8, белые объявляют мат. Ладья бьет d8, мат. Обратимся еще раз к начальной позиции. Идеей комбинации было то, что после хода белых ферзь d8, шах, белая ладья защитила своего ферзя сквозь черную ладью.
Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте, используя комбинацию рентген. Правильно. Конь, С2, шах. После вынужденного ответа белых ферзь бьет С2. Черные забирают белого ферзя. Ферзь бьет С2, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации черных послужило то, что после хода конь С2 шах, черный конь был защищен своим ферзем сквозь белого ферзя. Переходим к следующей диаграмме. Здесь ход белых. Выиграете с помощью комбинации рентген. Правильно. Ладья на H8, шах. Черные вынуждены играть. Слон бьет H8. После этого белые объявляют мат. Ладья бьет H8. Мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации послужила то, что после хода белых ладья H8 шах, белый слон защитил свою ладью сквозь своего черного оппонента. Переходим к следующему уроку.